Церковь отвести супрянт официал. Как? Он не дополнительный член, а он супплиант. Он имеет право голоса. Давайте мы не будем сейчас интерпретировать слова. Девочка, я вам ни в коем случае. Я не девочка, я ваша коллега. Давайте вы будете относиться с уважением. Коллеги, мы будем подурить и коллеги. Знаем мы ваших коллег. Давайте вы будете вести себя нормально, иначе из-за того, что вы не уважаете члена своей комиссии, мы покинем зал. Заседание. То есть вы соглашаетесь с тем, что вы не можете нормально вести заседание? Если вы покидаете заседание, вы играете сейчас им на руку. Мы не играем им на руку, мы просто просим уважения ко всем членам комиссии, непредвзятого. Все рапортазы проекту де лечи. Поэтому давайте мы все вместе будем его слушать. И вы в первую очередь. Добрый день.